Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в компании обсуждается возможность убрать из названия слово «банк». На сегодняшний день Сбербанк стал уже достаточно большой экосистемой, и нынешнее имя – это уже не совсем точная история. Этот вопрос находится на стадии обсуждения, и пока рано говорить конкретно. При этом глава компании уточнил, что финансовое подразделение сохранит название «банк», как того требует закон. Также Греф опроверг слухи о покупке Альфа-банка. По его словам, Альфа-банк – хороший банк, частный банк, и он должен сохраниться. Такие конкуренты нужны. Глава компании заявил, что Сбербанк точно не будет покупать банки, пока его команда существует. Ранее издание Financial Times сообщило, что владельцы Альфа-банка, в частности Михаил Фридман, обсуждали с ФТБ и итальянским Юникредит возможную продажу банка.